Приветствую вас, уважаемые гости, братья и сестры. Хочу снять маленькое видео. Первый раз, благодаря вам, на эфире услышу вопрос: батюшка, что такое Псалтирь Богородицы? На самом деле, первый раз слышал. Ну, как говорят, век живи, век учись. На самом деле, есть такая Псалтирь Богородицы, и авторство ее относят к Дмитрию Ростовскому. На самом деле, удивительно, как и Псалтирь, не весь был автором Давид Псалмопевец, так и Псалтири Божьей Матери. На самом деле у Дмитрия Ростовского много, он автор молитв, жития святых, богословских трактатов, стихотворных текстов, то есть он автор многих. Но на самом деле Псалтирь не было при нем при жизни написано, и не им было написано. Некоторые псалмы могли быть написаны в некоторых вот трудах. Допустим, псалмы и духовные канты сочинения святителя Дмитрия Ростовского, митрополита, потом в поклонение Пречистой Пяти язвам Христовым и Пресвятой Богородице в труде, дальше сборник молитв Богородицы Ангелу-Хранителю и в последнее христианское песнопение Царицы Небесной. В этих трудах могли быть эти псалмы, поэтому вот поясняю, когда читать эти псалмы, наверное, самое будет идеальное время, ну, наверное, Успенский пост, как он весь связан с Успением Божьей Матери.